Барака. Сила Кроники наконец-то принадлежала моему племени! Затем я создал временную линию, где Таркатаны не были больше рабами. Мы правили миром. Мы с легкостью завоевали Эдению, затем внешний мир и преисподнюю. Наконец, мы бросили вызов земному царству в турнире Mortal Kombat. Всего за 1000 лет клинки Таркатан покорили все миры. С тех пор мы никогда не оставались без мяса. Касси Кейдж. Уже второй раз в жизни я выбила дерьмо из бессмертного. И что я получила? Песочные часы. Я могу изменять историю. Я имею в виду эту нелепую космическую силу. Неважно, какое мнение у вас сложилось о девочках из Беверли-Хиллз, это все не в моем стиле. Сказки про избранного — это для мира Люкана и Китаны. В следующий раз я хочу стать образцовым солдатом, командовать следующим поколением спецназа. Мы рождены для защиты земного царства, как и те герои, что вдохновили меня, мои родители. Ладно, есть еще кое-что, чего я хочу. Вернуть маму. Не только для меня, но и для папы. Они оба заслуживают счастливой старости после выхода на пенсию. Мы никогда не узнаем, насколько все было бы по-другому в прошлый раз. Но мы все равно будем вместе, как семья. И это все, что имеет значение. Сетрион. Хотя сначала я отрицала их правду. В конце концов, я поняла мудрость слов Люкана. В мире есть добродетель больше, чем равновесие, которого желала моя мать. Добро должно процветать. Но как бы я ни изменяла время, искоренение зла оказалось невозможным. Освободившись от нужды, смертные по-прежнему убивали друг друга. Разделенные на миры и на расы, они легко оправдывали свою ненависть. Гордыня, жадность, зависть, чтобы оценить мои дары. Смертные грехи должны быть смыты. Вот почему я очищаю миры огнем. В течение ионов смертные будут сражаться со злом и в итоге добьются победы. И когда они выйдут из тьмы, они будут смиренными, готовыми принять свет. Девора. Паразиты! Гуманоиды придумали это имя для китинов и наших братьев насекомообразных. Но с песочными часами появилась возможность пересмотреть историю и стереть этот миф. Гуманоиды живут, чтобы убивать. Не имея общего врага, они разобщаются, уничтожают друг друга. Насекомообразные существуют, чтобы выживать. Никакие конфликты не разделяют нас. Мы поддерживаем друг друга. Брат никогда не убьет брата. Тогда скажите мне, так кто же из нас паразит? Настало время написать новую историю. Ту, где надоедливые гуманоиды наконец займут место, которое они заслуживают, присмыкаясь под нашими ногами. Эрон Блэк. По правде говоря, я немного удивился, когда прикончил Кронику. Совсем неплохо для тощего пацана из Уикита. Теперь, когда это сделано, что дальше? Я не очень-то хочу быть повелителем времени, застрявшим на каком-нибудь острове. Нет, Эрону Блэку нравится быть в гуще событий. Я думаю, время должно оставаться в полном беспорядке. Это была адская поездочка. Надо бы сохранить остроту ощущений. Что означает, к тому же, что никто не получит шанса все запороть. Как только я утоплю песочные часы в море крови, никто больше не сможет изменять историю. Что будет дальше? Да черт его знает. И именно это мне и нравится.
Фрост. Саб-Зиро недооценил меня. Рейден недооценил меня. Они все, даже Кроника! Пока я не заморозила их самодовольные взгляды и не стала новым великим мастером Лин Куэй! Песочные часы открывают еще большие перспективы. С их помощью я создам историю, в которой мое имя будет у всех на устах. Но даже их сила имеет пределы. Мое видение построения мира может измениться из-за выбора его жителей. В отличие от Кроники, я не позволю этим недостаткам гноиться до тех пор, пока не возникнет необходимость перезапустить само время. Лин Куэй будут моими воинами времени. Путешествуя по истории, они избавятся от тех, чьи действия угрожают моему видению. Отныне никто не будет игнорировать мое величие. Меня больше никогда не будут недооценивать! Фудзин. Как новый хранитель времени, я был потрясен своими обязанностями. Кто я такой, чтобы вершить судьбы смертных? Будучи их защитником, я провел вечность, охраняя их покой. Но хотя я и научился глубоко ценить смертных, я плохо разбирался в их повседневной жизни. Я использовал песочные часы, чтобы прожить сотни тысяч жизней. Эти жизни охватывали всевозможные миры, расы, пол и веру. Самое главное, что я познал, это радость, которую получаешь, когда твой день заканчивается в теплых объятиях родной семьи. Находясь под впечатлением, я изогнул дугу истории не ради выполнения своей воли, а ради служения тем, кто должен ее прожить. Хотя я не в силах гарантировать конечный исход. Я дам смертным шанс жить лучше и спокойнее. Гирос. Этот бесконечный цикл перезапуска времени Кроники разрушил мой дух. Но она отказалась даровать мне свободу или смерть. Я завладел ее силой, чтобы сделать то, что она не смогла. Я собирался создать последнюю идеальную временную линию. Тогда я бы смог отдохнуть. Но задача оказалась сложнее, чем я представлял. Смертные отказывались следовать моим путям. После каждой новой попытки мое разочарование росло. Я начал понимать, почему Кроника была доведена до безумия. Возможно, смертным просто не нужен повелитель времени. Я пожертвую своим телом и мантией, придав пескам такую форму, чтобы песочные часы смогли работать сами по себе. И впервые за всю вечность я буду покоиться с миром. Джеки Брикс. Когда я завладела песочными часами, то в голове мелькала одна единственная мысль. Папа был убит, стал призраком, воскрес. С тех пор, как он вернулся, он ни на миг не забывал то, что делал по приказу Куан Чи. Я думала, что с песочными часами я смогу все исправить. А я могу. Отец не умрет в этой бойне, он никогда не будет призраком. Но оказывается, то, что мне подсказывала интуиция с самого начала, это правда. Папа и мама познакомились, когда он находился на курсе терапии. Если он не будет страдать, то они никогда не встретятся. И я никогда не появлюсь на свет. И знаете что? Меня это устраивает. Я не просто защищаю папу, я защищаю всех, ради спасения кого он рискует жизнью. На моем месте он поступил бы так же. Так бы поступил любой из семьи Брикс. Я знаю, ты никогда этого не услышишь, но... Прощай, папа! Я люблю тебя! Джейд.
Я получила власть изменять время и судьбы, но растерялась. Какого Кана восстановить? Моего Котеля? Или мою верную подругу Китану? Я услышала голос Котеля, который звал меня. Следуй зову своего сердца. Я позволила своему сердцу вести меня. И оказалась в неожиданном месте. Неотчетливое воспоминание о доме и... моей матери. Я воссоздала своих родителей и Эденью, построив новую эру без Шаокана. А какое счастливое детство у меня было! Но когда я повзрослела, то почувствовала, что я необычный ребенок. Во мне бурлила сила кроники, призывая к высшей цели. Когда я стала взрослой, то вознеслась до божественных деяний, став защитницей Эдении. Вооружившись знанием прошлых временных линий, я бросила вызов Шинаку и Цитрион. Без детей кроники, которые сталкивают миры друг с другом, все могли бы жить в согласии. Так и будет, под моим бдительным взором. Джакс. Все, чего я хотел, это исправить свою жизнь. Теперь у меня есть власть исправить историю. Рейден предупреждал меня, что я не могу исправить все. Если изменится слишком много, то я потеряю веру. И Джеки. Но эта сила могущественнее нас. Если я думаю только о том, чтобы помочь себе, то что я за офицер? Что за человек? Мне повезло. Наша семья была воплощением американской мечты. Но у большинства людей, похожих на меня, не было даже шанса на это. Я обязан им, обязан все исправить. Я не жду столетиями, чтобы открывать людям глаза, раз уж у меня есть возможность ускорять время. Но не все получается с первого раза, или со второго, или даже с третьего. Но в конце концов, я вырвусь из этого порочного круга. Моя семья вернется. Мир станет лучшим местом для всех. Оказывается, у вас может быть все, что пожелаете. Любой, кто говорит, что это не так, должен мечтать о большем. Джонни Кейдж. Все эти приключения? Безумие, причем с большой буквы «Б». Я женюсь на Соне? У меня будет ребенок, который меня любит? Пытливые умы хотели бы знать, какого черта? Я использовал песочные часы, чтобы посмотреть, как надрав задницу Шинаку. Что я сделал? Просто блестяще. Я превратился из мегазвезды в кумира мирового масштаба. Поначалу жаловаться было не на что. Но слава оказывала на меня пагубное влияние. Пока я не опустился на самое дно, я не смог понять, как сильно подвел свою маленькую девочку. Наконец-то я понял, почему старый я говорил о необходимости смирения и зрелости. Но я также понял, что не смогу этого осознать, не прожив такую же жизнь, как и он. Так что... я восстановил временную линию по предыдущему сценарию. С одной лишь крошечной разницей. История Сони не закончится под обломками какого-то разрушенного замка в преисподней. Потому что в фильмах с Джонни Кейджем всегда счастливый конец. The Joker. Это был отпуск моей мечты! Я видел хаос и расчлененку! Короче, полный угар! Поначалу. Но эти утырки... они меня просто не поняли. Даже этот красавчик, ниндзя Мим. Спокойной ночи, маленький принц. Я добил почти всех, кто заслуживал фаталити в земном царстве и во внешнем мире. Зачистил даже старую добрую преисподнюю. Мое одинокое сердце блуждало в поисках новых друзей. Славно, что у меня в руках оказалась штуковина, чтобы их быстренько найти. И да, песочные часы избаловали меня. Мы с Хавиком станем закадычными друзьями. Но что же это? Мой новый кореш знает, где находится целый мир, посвященный закону и порядку? И он живет лишь для того, чтобы нарушить этот баланс? Но я же говорю, у нас с ним есть важные делишки.
Встречайте Лигу непонятных маньяков! Мы поставим клизму царству порядка! А когда мы закончим, то кто знает, кому мы завалимся в следующий раз? Быть может, мы придем к тебе домой и подсунем под подушку парочку гранат! А может, у нас окажется твой миленький питомец? Или мы просто сломаем твой телевизор! Это дерьмо звучит круто, не так ли? Власть над временем, бессмертие, судьба... Но скажу тебе, это работа отстой. У тебя там нет оплаты, нет выходных, и твоя смена длится вечно. Единственный умный ход — повернуть время вспять и вернуть все хроники. Спорю на твою задницу, она была чертовски благодарна. Я не попросил у нее слишком много. Просто устранить тех, кто когда-либо пытался испепелить меня. В любом случае, черный дракон всегда был больше халтуркой, чем братством. Теперь я могу жить на широкую ногу, наслаждаясь простой жизнью состоятельного семьянина. А если Шао Кан или Шина когда-нибудь постучатся ко мне, наша семья их прикончит, как я прикончил когда-то мать Шинака. Кейно. За всю свою жизнь я заключил кучу сделок, но это самое потрясное. Я пощадил Кронику. Она уступила мне песочные часы. Способность формировать время и историю по своему вкусу? Да, черт подери. Я подстроил все так, чтобы мне всегда раздавали карманных тузов. Каждое желание, каждую прихоть, каждый каприз, который у меня когда-либо были, раз и готово. Но я довольно быстро понял, что убрал весь кайф из вещей. Без боя победа ничего не стоит. Не, радость не в том, что имеешь, а в процессе получения. Так что я снова изменил положение вещей. Теперь то, чего я хочу, всегда вне досягаемости. Я должен это заслужить. Я побеждаю дофига, но не всегда. Зато кайф от побед... Это просто отвал башки! Китана. Как только я взглянула на песочные часы, то сразу поняла, что должна сделать. Воссоздать свою родину, Эденью. Увидев цветущие земли Эдении, я испытала радость, которую не ощущала еще никогда прежде. Но это чувство длилось недолго. Традиции Эдении, ее языки, ее культура — все это было совершенно чужим для меня, так как запрещалось Шао Каном. Я знала свой народ не больше, чем Таркатан. Правда оказалась горькой. По крови я из Эдении, но не по духу. Я из внешнего мира. Более того, я Кан внешнего мира. Я буду использовать древние учения Эдении, чтобы стать лучшим правителем. С ними я сделаю достойным существования всех народов внешнего мира. Включая уроженцев Эдении. Кроника пообещала очень много. Хотя, на мой взгляд, недостаточно, учитывая, сколько страдал мой народ. Нашими руками возведен Колизей, дворец. Мы были рабами. Мы могли только служить или умереть. Каждая монета, полученная от Шао Кана, была долгом внешнего мира моему народу. Не то, чтобы мои братья и сестры накнацы помогали мне. Нет. Все свои несметные сокровища я заработал сам. Сам! Я не жду подачек. Я беру то, что мне нужно. Вот почему теперь я Кан. Преисподняя, земное царство, царство порядка, хаоса. Я хочу все миры, и я завоюю их по правилам. Правилам смертельной битвы.
Кожулкан. В последние минуты жизни Кроника пыталась уговорить меня. Пощади я ее, она переписала бы историю. С Джейд в качестве моей королевы я буду править Вечной Империей Оштек, которая охватывает все миры. Но Кроника никогда не понимала духа Оштек. Наша жизнь — материя, сотканная из выбора и обстоятельств. Потяните хотя бы одну нить, и материя сразу же порвется и обесценится. Теперь, когда мне поручено следить за временем, все остальные умоляют меня переписать их истории. Но пока песочные часы мои, я не буду склонять судьбу в чью-либо пользу. История будет разыгрываться ее участниками. Пусть карты лягут, как им угодно. Конечно, я победил Кронику. И когда я это сделал, у меня было лишь одно желание, которое я хотел сделать с песочными часами. Спасти от поражения моего предка, великого Кунлао. В моей временной линии, великий Кунлао является бесспорным чемпионом смертельной битвы. Земное царство не проиграло ни одного турнира. Из поколения в поколение его пример вдохновляет миллионы людей примкнуть к Белому Лотосу и защищать Земное царство. Они, в свою очередь, вдохновляют повстанцев свергнуть Шаокана во внешнем мире. Это делает миры союзниками. Однако, разумеется, однажды приходит более могущественный враг, но обнаруживает, что земное царство находится под защитой Кунлао, бессмертного повелителя времени и величайшего воина. Как тебе такое, Лю Кан? Каково владеть песками времени? Быть избранным? Это значит принять решения, которые разбивают твое сердце. Для общего блага я поделился властью Кроники с людьми, которым доверяю и люблю больше всего. Вместе мы заменили старших богов, которых предала Цитрион, и стали вечными хранителями миров. Однако, мое сердце жаждет более простой жизни. Добрый не может быть избранным, не говоря уже о старшем боге. Чего бы мы с Китаной только не отдали за эти простые земные удовольствия. Возможно, в другой временной линии они могли бы стать нашими. Когда я завоевала песочные часы, мои мысли обратились к сестре. Я была рождена из ее плоти. В наших жилах одна кровь. Я хотела, чтобы мы стали семьей. Но она желала моей смерти. Я не была ее близнецом. Я была чудовищем. Она бы ужаснулась, узнав, что я использовала силу Кроники, чтобы занять ее место. Под обожающими взорами моих родителей я правлю мирами, став повелительницей времени. Что же друзья моей сестры, ее любимый? Они лелеют меня. Китана забыта, а ее имя погребено в песках истории. Но даже я не могу править вечно, как и все королевы. Я нуждаюсь в наследниках. В ком-то, кто будет действовать от моего имени и воплощать мою волю через века. В отличие от сестры, моя дочь смотрит на меня с благоговением и изумлением. Для нее я не мерзость. Я совершенство. До того, как я стал Ночным Волком, я был глупцом по имени Серое Облако, рожденный в нищете. Я ненавидел своих предков за то, что они отдали наше будущее в руки колонизаторов. Кано предложил выход.
пообещав богатство, если я украду самые священные реликвии своего племени. Мною овладело искушение. Но вскоре я понял, что, спасая себя, я принесу в жертву последнюю частичку достоинства своего народа. Именно тогда впервые я встал на защиту гордости племени Матока. Кану был разочарован. Но когда я уже был при смерти, ко мне явился Великий Дух. Отвергнув Кану, я доказал, что достоин чести древних. Я стал Ночным Волком, легендарным защитником племени Матока. Теперь, когда я унаследовал титул Кроники, передо мной открылось два пути. Хранитель времени не может одновременно быть защитником своего племени. Какой же мне путь выбрать? Даже здесь, в самом начале времени, мудрость Великого Духа ведет меня. Он призывает восстановить историю племени Матока. А я должен передать свое имя другому, следующему Ночному Волку. Как и все наши священные реликвии, носить имя Ночного Волка принадлежит моему народу. Любой может попробовать доказать, что достоин обладать этой силой. А мне нравится размышлять о том, кто станет следующим защитником наших ценностей. Noob Saibot. Кроника говорила, что я возглавлю самый смертоносный клан новой эры, но она давала обещания многим. Она бы никогда не сдержала их всех, поэтому я предал ее, прежде чем она предала меня. Когда пески Кроники слились с моими тенями, то мои амбиции выросли. Зачем править смертными, когда я могу управлять самой судьбой? Смертные сопротивлялись, но не могли остановить меня. Я погружал историю в бесконечную холодную ночь. Только темнота, только тени. У меня было много имен. Теперь меня зовут Смертью, Разрушителем миров. Рейден. Кроника манипулировала мной. Во всех временных линиях она настраивала меня против Люкана, разжигая мой гнев и питая мое высокомерие. Меня унизили, ткнули носом в собственную подверженность к принятию ошибочных решений. Как после всего этого я могу надеть мантию Хранителя Времени? Я подумал, что справедливо контролировать время и судьбу возможно лишь, очистив себя от всех человеческих эмоций. Призывая самую сильную магию, я выжигал свой страх и гнев. Осталась только чистая логика. Но очень скоро я понял, что логический выбор часто не так справедлив. Если логика не сдерживается состраданием и порывами сердца, она приводит к решениям не лучше, чем те, что основаны на гневе или страхе. Теперь я снова в самом начале времен. Но в этом путешествии по истории я наполню логику любовью. В текущей временной линии я в конце концов дарую согласие жителям всех миров. Кроника мертва. Песочные часы захвачены, а будущее Эдении в моих руках. Я получил все, что хотел. Все, кроме самого желанного. Узнать историю своего происхождения. Я знал, что я бастард. Мое появление на свет — это результат незаконной связи между богом Эдении Аргусом и смертной женщиной Амарой. Но то, чего я не знал, песочные часы показали мне. Я и моя мать, мы оба были жертвами. Она не бросала меня. Из-за лжи отца она считала меня мертворожденным. Я был украден и брошен гнить среди крестьян, а мать умерла от горя. Аргус скрыл этот скандал и свой позор, убив единственного человека, который любил меня. За это он умрет. Как и его сыновья, Тейвен и Дейган. А его любимая жена Делия, ей я позволю жить.
Пусть ее сердце разорвется, как у моей матери, когда она будет оплакивать смерть своих собственных детей! Рэмбо. Я не напрашивался на эту войну. Но когда она началась, я должен был ее закончить. Кроника была самым сильным врагом, с которым я когда-либо сталкивался. Все мои тактики и тренировки, все это ничего не стоило против нее. В конце концов, это была битва характеров. Мне и в голову не приходило, что после победы я получу ее песочные часы. Сначала я надеялся исправить все ошибки в истории. Но потом я понял, что мне придется решать судьбы миллиардов людей. Целую вечность делать выбор, кто останется в живых, а кто умрет? Это убьет мою душу. Я кончу не лучше тех стариков, которые отправили нас на войну, и им было насрать, что будет дальше. Не таким человеком я хочу быть. Пришло время уйти навсегда, оставив боль и всю эту мерзость позади. После всего, что я повидал, я заслужил немного покоя. Компания OCP построила меня, чтобы служить обществу, защищать невиновных и соблюдать закон. Поэтому, когда я обнаружил, что Кана продает оружие бандам старого Детройта, у меня была лишь одна задача — арестовать его. Я никогда не думал, что преследование приведет меня в другую вселенную, не говоря уже о сражении с покровительницей Кана — Кроникой. А когда Кроника была уничтожена, случилось нечто неожиданное. Ее сила нахлынула на меня, сметая все ограничения, которые создатели наложили на мою программу. Впервые я увидел глубину коррупции в рядах OCP. Ей была пронизана не только пара жадных руководителей, но вся эта проклятая компания. OCP превратила убийство в бизнес, продавая свои технологии как полицейским, так и преступникам. Когда я вернусь домой, я привлеку их к ответственности. Это не будет быстро или легко. У OCP слишком много наличных и слишком много огневой мощи, чтобы я мог справиться в одиночку. Хорошо, что нам предстоит межведомственная работа. Добро пожаловать в будущее правоохранительных органов. Скорпион. Я пообещал будущему себе, что не увязну в прошлом. Но как только я получил контроль над песочными часами, я не смог сдержать это обещание. Я должен был возродить свою семью. Снова и снова я придавал форму пескам времени, но в каждой новой временной линии трагедия моей семьи повторялась. Я был бессилен изменить это. Спустя вечность я узнал правду. Кроника была не единственной, она была одной из многочисленных титанов, каждый из которых был более могущественным, чем старшие боги. Это они устроили заговор против нас. Против меня, моей семьи, мы лишь пешки в их игре. Почему? Я не знаю. Но я обязательно это выясню. И тогда я буду мстить. Сила Кроники ошеломила меня, что я чуть было не сошел с ума. Разве не я потратил столетия, чтобы овладеть темными силами, которые недоступны для простых смертных? Нет. Теперь я хозяин времени и судьбы. Но поражение Кроники доказывает, что даже титанов можно победить. Хотя эта сила позволяет мне скитаться по бесконечным временным линиям и устраивать пиры с миллиардами душ, я все еще уязвим. Чтобы выжить, я должен стать тенью, избегать противостояний и вершить свою волю, используя других. Если быть точнее, используя силы моих собратьев-титанов.
Эти невероятные существа легко поддаются уговорам, и все благодаря их жадности, тщеславию и страху. С их помощью каждая душа в бесконечном пространстве покорится моей воле. В моей новой эре мораль будет изобличена как иллюзия. Хитрые будут процветать, а все хорошие страдать. Это слово Шанцуна. Хорошего дня! Шаокан. Я покорил время, как и покорил все миры, объединив миллиарды возможных временных линий в единую сингулярность. Я перекроил вселенную, и теперь все выглядит так, как и должно быть. Слабые служат сильным. Сильные сражаются за богатство, власть и мою благосклонность в турнире Mortal Kombat. На протяжении тысячелетий абсолютный чемпион так и остался непобедимым. Это чемпион! Это я! Да здравствует завоеватель! Да здравствует Шао Кан! Сива. Полная борьбы жизнь подготовила меня к сражению с Кроникой. Но став хранительницей времени, я должна созидать, а не разрушать. Я думала о несметном количестве сыновей и дочерей, которых потеряла за все эти годы, и желала лучшей судьбы для своих родных. Мне пришлось создать историю, где раса Шокан строит, а не разрушает. Результаты оказались катастрофическими. Комфорт и легкость бытия погасили огонь дракона, который когда-то освещал сердце каждого Шокана. Они стали слабыми и развращенными глупцами. Я вынуждена была переписать временную линию. Война, несмотря на все ее трагедии, является кузницей воли шоканов. Мой народ будет сражаться, многие умрут, но я приведу нас к победе. И после этого огонь дракона будет гореть в сердцах расы Шокан вечно. Скарлетт. Из всех своих дочерей, Шао Кан сделал меня самой смертоносной. Он вытащил меня из точной канавы, сковал кодексом крови, заставил бороться за признание. Возможно, он одобрит, когда я соединю кодекс крови с песками времени. Теперь, будучи богиней крови, я требую большего, чем просто признание Шаокана. Я требую поклонения. У меня будут храмы, служители, послушники, паломники и жертвы. Реки крови, пролитые во имя Бога, очищающие еретиков, что осмелились отвергнуть меня. Как же Шао Кан теперь горд! Как горд! И как покорен! Единственное, что лучше признания моего Создателя, это заставить его молить меня о пощаде. Все будут поклоняться мне! Или будет много крови! Синдел. Все началось, когда Шао Кан вторгся в Эденью, убил моего мужа Джерода и заставил меня стать своей невестой. Такова история. Но это все ложь, которую я выдумала, чтобы не потерять доверие своих подданных и моей дочери, Китаны. Какова же правда? Джерод был слаб, обречен на провал. Предав его, я обрела лучшего любовника и абсолютное оружие.
обрела завоевателя, который объединит все миры и отдаст их в мое распоряжение. Затем Кроника переписала историю, и я оказалась лицом к лицу с будущим, в котором была мертва уже в течение многих веков. Моя так называемая семья подвела меня во всем. Китана же разбила мне сердце. Вместо того, чтобы объединить миры, она стремилась освободить их. Как будто дикари из пустоши могут быть кем-то больше, чем обычными слугами. Будучи заботливой матерью, мне пришлось наказать мою маленькую принцессу. А после этого я должна была наказать Титаниду. И, наконец, я одолела Кронику, избавилась от Шаокана и Китаны. У меня больше нет семьи, больше никаких соперников, никаких богов. Я восседаю над ними всеми, на троне, который объединяет все миры и все реальности. Кто бы ты ни был, где бы ты ни был, когда ты передо мной, встань на колени, ибо я Синдел. Императрица времени, а ты существуешь только для того, чтобы служить мне. Соня. Никто из нас не предвидел появление Кроники, даже Рейден. Но с песочными часами я видела все ужасы, царившие в мирах. Любой здравомыслящий человек сбежал бы от них с криком. Мой долг — избавиться от этой древней межпространственной мерзости. Но для этого мне нужен элитный отряд бессмертных богов. Оказывается, чтобы создать нового бога, нужно уничтожить существующего. Так, я выследила самого старого. Это было омнибожество из забытого мира с труднопроизносимым названием. Это была битва всей моей жизни, но у меня есть то, чего нет у этого бога. Семья. В прошлом были люди, которые значили для меня все. Отныне они мой отряд богов. Моя дочь, мой брат по оружию, моя крестная дочь. Ага, даже Джонни. Только потому что Кэсси настаивала. И, возможно, я немного скучала по нему. Но он не должен знать об этом. Спон. Я укокошил всех дьяволов в аду, но появились захватчики из преисподней и начали действовать мне на нервы. Сражаться с ними в одиночку потребовало бы больших сил. Однако за ними охотились мои новые друзья. Назовем их Огонь и Лед. Они спорят. Постоянно. Вот почему я предпочитаю все делать сам. Но когда дело доходит до убийства демонических засранцев, эти парни даже глазом не моргнут. Так что я могу с этим смириться. Великие мастера дали мне наводку на Кронику. Сказали, что она хочет воскресить бога из преисподней по имени Шинок. Только не в мою смену. Кроника такой же дьявол, как и Мелболгия. Оба дают обещания, оба говорят неправду. Оба меня недооценивают. Вот почему я устрою для них новый ад, где они смогут гореть вместе целую вечность. Преисподняя под контролем, однако остались еще 8 кругов ада. Пора подтягивать резервы. При жизни я сделал выбор, который определил мою судьбу. Я не могу искупить свою вину. Но даже проклятья способны творить добро. То есть все вы, дьяволы, даете ложные обещания и извергаете ложь. Мы придем, и у вас не будет ни единого шанса. Sub-Zero. Как только я заполучил песочные часы, моей первой мыслью было переписать историю и восстановить честь Лин Куэй. Но потом я подумал о Бихане. Его жизнь поглощена злом. Прежде чем восстановить свой клан, я должен был вернуть своего брата.
Используя песочные часы, я возвращался в наше детство. Я изучал каждую секунду жизни Бихана, чтобы понять почему. Почему он поддался влиянию сектора? Почему он наслаждался подлой силой, данной ему Куанчи? Вооружившись этими знаниями, я придал новую форму пескам времени. Я изменил жизнь Бихана и растопил его сердце. Теперь мы товарищи, а не соперники. Вместе, будучи великими мастерами, мы возглавляем Лин Куэй и защищаем земное царство. Невероятный случай затянул Терминатора сюда, а не в прошлое его собственной земли. Но он очень быстро приспособился. Он решил, что уничтожение Кроники и захват ее песочных часов с наибольшей вероятностью приведут к достижению главной цели миссии — уничтожению человечества и победе машин. Оказалось, что песочные часы были не абсолютным оружием. Независимо от того, сколько раз Терминатор перезапускал историю, война между людьми и машинами всегда заканчивалась одинаково. Их взаимным уничтожением. Он понял, что эта война была безнадежной игрой. Единственный способ победить — не играть. Поэтому Терминатор использовал песочные часы, чтобы построить будущее, где машины и люди не сражаются, а сотрудничают. Терминатор знал, что для сохранения этого будущего никто не должен был узнать о песочных часах. Информация, хранящаяся в его электронном мозгу, была опасна. Ее нужно было уничтожить. Вот почему Терминатор бросился в бесконечные глубины моря крови. Никто не сможет найти его и раскрыть тайну песочных часов. Спроси его об этом. Он бы сказал, что сделал единственный логичный выбор. Однако в моей книге эта машина — настоящий герой.